Изумруды за палочки на бочку, изумруды за ниточки на бочку, потом изумруды за перьишки еще на бочку 48. И что у тебя еще осталось? И вроде все, больше я пока ничего не могу купить. Так, Кать, 48 есть, 48. Стой здесь, никуда не уходи, у меня уже такой засранный инвентарь, то что уже предметы даже не влазят. Короче, держи, тут у меня дофига еще стаков изумрудов, держи 4 стака, быстро иди найди того жителя, который продает починки. Давай, и нам нужно еще примерно, еще где-то 5 книг на починку. Давай, кабанчиком сгоняла, быстро. Купи мороженку вот эту вот, пожалуйста, мороженку. Кабанчиком сгоняла, книги на починки купила. Ну нет, я хочу мороженку вот эту зеленую из мистера Крипера, ну пожалуйста, ну купи. Какую мои... Как я тебе в Майнкрафте мороженку куплю? Кать, это декорации просто. Ну купи. Чё он мне мороженое не покупает? Да потому что нет в Майнкрафте мороженое, как Кать, это голова зомби. Слушай, когда-нибудь разработчики добавят в игру мороженое, я обещаю, я тебя завалю просто этим мороженым. А пока иди сюда за мной. Так, где находится этот библиотекарь? Ты случайно не помнишь, а? Я не знаю, ну разве что вот в этом мороженичническом домике. Там другой библиотекарь, там библиотекарь удачу 3 продает. Нам другой еще один библиотекарь нужен, который продает вот это. Вот он. Зачем тебе он нужен-то, ёпрасоты? Подожди. Ай, а у тебя есть книги? У меня книги кончились. Дай книги, по парочку штук, дай книг. Ну 7 штучек, на. Стойте, молодой человек, дверь перед носом у меня не закрывайте. Так, дайте мне еще. Еще одну книгу, еще, давайте, и 6 книг на починку сейчас точно хватит. Всё. Книжный наркоман ты, вот ты кто? Кого? Книжный наркоман, вообще, уже успокоиться даже не может своих книг. Да потому что нам нужны книги, у меня книг, смотри, сколько книг на починку, на всю жизнь нам хватит. Ну вот зачем они тебе нужны, ну просто скажи, ну зачем? Эти книги на починку, мне кажется, бесполезные какие-то. Бесполезные? Это ты бесполезная? Вот ответь мне на один простой вопрос. А где твой шлем незритовый, а? Это ты в меня стрелами стрелялся, вот он и сломался. Сломался, вот именно. А если бы у тебя вся бронька, как у меня, была зачарена на починку, то у тебя бы вещи вообще бы не ломались, как и у меня. Они у меня полностью целые, понимаешь? Мы сейчас пойдем, лопаты себе на починку зачарим, потом топоры на починку зачарим, потом луки на починку зачарим, и у нас никогда ничего ломаться не будет. А чтобы все свои шмотки зачарить на починку, там штук 20 этих книг надо, понимаешь? Я-то сейчас это все понимаю, только я не понимаю, почему это ты себе броньку сделал на починку, а мне нет? А потому что у меня до этого момента не было вот этого изумрудного бизнеса. Сейчас я палки продаю, за изумруды книги покупаю. Вот это изумруды крутятся, книги мутятся, понимаешь? Вот сейчас я могу себе позволить столько книг. Это что это, я встречаюсь с бизнесменом, что ли? Конечно, детка, олигарх, книжный олигарх, понимаешь? Только проблема в том, что у нас дома уже столько книг, то что во все сундуки не влазит. Ну ладно, и с этим мы разберемся. Все, давай потопали домой, потом еще сюда вернемся. А ну-ка, подожди, что ты говоришь, не влазит уже? Кого, что не влазит тебе? Я тут просто подумала кое-что. А как тебе идея построить книжный дом? Библиотеку, что ли? Зачем? Да просто сундуки навалим на кучу и заполним их полностью книгами. Зачем еще отдельно библиотеку строить? Да давай построим! Слушай, я тебе честно скажу, у меня сейчас цель другая. Надо как можно больше книг заработать. Если ты хочешь, иди сама строй вот эту библиотеку свою. Но ты понимаешь, что ничего ты не построишь, потому что строить ты не умеешь. Это я не умею строить! Слушай, вот сейчас возьму, и построю. И ты увидишь, как я вообще могу строить. Я, между прочим, туториалы на ютубе смотрю. Да, я профессионалка в Майнкрафте, но строить еще как бы, ну, не было опыта. Не приходилось, вот возможности не было. Зато сейчас я тебе такое построю, такой дом вообще. Чё ты мне построишь? Да ты, может, ты где-то профессионалка, может, ты дракона уже сама убила, но строить...
Ты максимум в жизни сральники, вантузы и вот эти ёршики строить можешь. Кто-то верит, что у нас библиотеку сможет построить? Ничего ты построить не сможешь, а унитаз разве что. Вот ты в меня не веришь, а подписчики по-любому верят. Вот они мне сейчас поверят, и я построю. Угу. Спорим, что ты ничего не построишь? Спорим, что построю. На что спорим? А вот на все те изумруды, которые ты мне отдал, на 4, на 5 стаков изумрудов. Хорошо, все изумруды, которые у меня есть здесь и в сундуках, я тебе отдам, если построишь библиотеку. Хорошо, договорились. Ну, значит, по рукам. По рукам. И я тебя вздрючу. Ну что, Эдисон Пипедисон, теперь ваша очередь помогать мне строить. И ваша задача сейчас будет собрать все блоки, которые мне нужны. Итак, поехали. Булыжниковые блоки, булыжниковые полублоки, ступеньки из камня, еловые доски, еловые блоки, еловые полуступеньки, полуступенчатые еловые доски. Что там еще нам надо? Камень, булыжник, кирпич. Короче, вот это все собирай мне. И я пошла выбирать место для постройки. А что там на третьем месте было, когда ты диктовала? Я же говорю, еловые блоки, и еще дубовые доски, и ступеньки из кирпича. Я пошла. А обычный кирпич нужен? Слушай, ну можешь какой-нибудь цветной кирпич взять. Ага. Каменную ограду взял, булыжниковую ограду взял, булыжниковые ступеньки взял, каменные ступеньки взял, темный дуб взял, обычный дуб взял, еловый дуб взял, еловые ступеньки тоже взял, потом еще взял, потом еще... Ты место нашла, где будешь библиотеку строить? Давай, пошли! Я сейчас что-то вообще не поняла, это что такое? Вот это что такое вообще? Я тут бежала и офигела, когда прибежала. Да просто обычный мост начал строить, вот и все, ну чтобы мы нормально могли перебегать с твоего домика в лабораторию к нам домой. А то что, уже как бы почти 170 серий выживания, а у нас тут даже моста нормального нет. Только он, правда, да, еще не закончен до конца, но до следующей серии все будет готово, обещаю просто. Ну вот твой мост меня вообще с толку сбил, что я же даже не выбрала место. Давай тогда поможешь мне, что ли? Ну слушай, если здесь у нас находится школа, если здесь наши дети учатся, каждый день сюда приходят на уроки, каждый день что-то здесь делают, ну тогда, возможно, где-то здесь рядом нужно построить библиотеку, а? Вот твою сцену к чертовой бабушке снести и вот здесь построить библиотеку. Да не надо мою сцену сносить, как я потом вообще всем подарки-то буду делать, песни заказывать, у кого вообще вы будете, а? Короче, давай вот здесь построим огромный дом книги, и я считаю, что это отличное место. Как тебе сказать, ну тут у нас более такая развлекательная зона, мне всегда казалось. Там у нас Диснейленд вот этот вот там стоит, он всегда стоит, это самое главное. Потом магазин Кати Крафт, потом там у нас башня есть, кстати, Рапунцель, там у нас Колизей, здесь у нас маяк. Вот здесь у нас тогда много пустого места, и здесь как раз таки уже территория вот такая расчищенная. Давай тогда вот здесь мы построим твою библиотеку, а? Слушай, ну отличное место, мне кажется, я должна тут поместиться, как раз хватает. Так, давай мне ресурсы все, я начну. Все на забирай, помни про наш уговор, если сможешь все построить. Вау, подожди, давай. У меня столько места нет в инвентаре, забирай вот это, пока мне не надо. Я ничего забирать не буду, слушай, тогда получается, я просто стою, просто за тобой наблюдаю, или ты все же, нужно будет тебе помочь? Да не надо мне помогать, главное со входом сейчас определиться, например, вот где-то вот так. И 4 блока в высоту построим, 3-4, сюда спрыгнем и раз, два. Нормально, ничего не пропустила? Ну, вроде 4. Ты делаешь вид, как будто ты уже знаешь, что ты будешь строить, а? Да, конечно, знаю, все, не отвлекай меня. Так, теперь мы ставим вот здесь, 3 блока, отступаем, 1, 2, 3, главное, точные расчеты, сюда, раз. 2, 3. Это хлам, убери! Хлам, это да надо убрать срочно! Так это твои блоки! Это твои блоки! Зачем мне его убирать? Ну, у меня не помещается, ну убери, пожалуйста, к себе! Ты смотри, расчеты она всякое делает! Вот это 1, 2, 3 отступает! Ты как будто все просчитала в этой жизни уже, да? Я все... Ой, это лишнее. Все, смотри, у нас небольшой такой уже домик получается. Так нам не домик нужен, нам библиотека нужна. Ты же библиотеку строишь. Ты какой-то странный сегодня. Ладно, все, давай дальше строить буду. Не мешай. Я уже возвела здесь каменные ограды наверх и готов небольшой такой каркас для второго этажа. Так, ты это, сама помогать-то мне будешь? Застраивай давай, вот тебе это, булыжник. Давай стены застраивай, ага. Так ты же мне говорила, чтоб я тебе вообще ни
ничего не помогал, ты все сама будешь делать. А где мне что застраивать-то? Ну смотри, вот тут стену закрыть надо, вот тут стену закрыть надо. Я пока закрою углы. Хорошо, закрывай углы. Слушай, я вот честно, вот пока ничего не понимаю. А почему все такое маленькое получается? Это, если вот это будет вся комната, это что-то нифига, не библиотека тогда у нас будет. Слушай, ну давай ты дождешься конца, а там уже и ладно, посмотрим. Ладно, все, хорошо, тогда ничего не говорю. Конец будет, там посмотрим, какая у Кати получится библиотека. Ну что, пока вообще ни черта не понятно, честное слово. Наконец-то в ход идут мои любимые еловые досочки. Сейчас мы построим рамы для окошек. Ты, главное, наблюдай. И вообще ни о чем мне не говори, потому что я вообще профессионалка. Я туториалы на ютубе смотрю. Смотри, сейчас будем вот так, оп. Оп, ой, нет, нет, не смотри, это лишнее, где топор? Топора нет. То, что ты смотришь туториал на ютубе, я это уже понял. А где ты вообще вот эту постройку-то нашла, у меня такой вопрос. Да там один канал на ютубе есть, там это не важно. Так, это мне надо вот сюда запрыгнуть будет, это мы потом уберем. Вот так. Стоп, паника. Вот здесь по последнему блоку. И убираем. Ты так сложно это все делаешь, честное слово. Я пока рамы для окон делаю с других сторон, ты мне закрой, пожалуйста, окошки этими каменными ступеньками, ага? Кого? Окна надо этими стеклами закрывать, какими ступеньками? Ну, ты, короче, ты меня понял. Я тебя не понял. Давай закрывай. Если бы я это строил, я бы сделал вот так. Вот сюда и вот сюда. И стекло, вот у меня есть стекло, и я бы его поставил вот так. Если сейчас со стороны посмотреть, как это выглядит это вот так. Так примерно! Так, что самое, да? Да, ты прям читаешь мои мысли. Ага. Ну подпрыгни, что ты тут стоишь, ёпрасоте. Отлично. Немножечко украсили нашу постройку дизайнерскими элементами в виде каменных ступенек. А теперь бери вот эти вот бревно темного дуба и повторяй за мной. Так, 6 штук надо наверх поставить, ага. Давай, еловое или что? Темное. Темное. Так, 6 это 3. Штук, хорошо, давай. 5. 2, 3, 4, 5, 6. И вот там тоже, да, надо? Давай так. Да, по бокам тоже. Давай, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Так, сейчас вот тут простраиваем между ними. О, неправильно! Или правильно? Правильно я все сделаю, надеюсь, правильно. Я не знаю, давай вот так. Ну, наверное, правильно. Но это выглядит башня какая-то, это совершенно не библиотека. Так, продолжаем дальше. Берем вот эти вот еловые ступеньки вниз. Падаем, не разбиваемся, мне тоже туда падать надо. Не-не-не-не-не, сейчас я поднимусь обратно, и мы сделаем вот такую штуку. Главное не упасть. Вот сюда, оп, с этой стороны, оп. Ну у оп. Меня не... А нет, у меня о, тоже есть ступеньки. О, неправильно. Подожди, неправильно. Давай я тебе помогу, это сломаем. Так, давай с этой стороны поставлю, с той стороны давай сама ставь. Ну все, а еще здесь забыли. Вот так. Ну, нормально. Дизайнерские элементы, это самое главное в постройках. Теперь вот люки сюда еще надо чпунькнуть вот так вот. И вот сюда чпуньк, и вот сюда чпуньк. И последнее, отойди. Чпуньк, вот так вот. Ну а теперь финальные штрихи. Это, конечно же, крыша. В любом здании, в любом доме должна быть офигенская крыша. Так, ставим сюда полублоки. Так, отойди, вот сюда надо поставить. Оп, чпуньк сюда. И здесь закрываем. И такую пипочку сверху. Пуньк. Теперь берем ступеньки из темного дуба. Вот сюда ее пиндюхаем. Вот. Куда пиндюхаем? Прострой мне, пожалуйста, подмостки, а то я что-то это сейчас не заберусь к тебе. Ну, всякое бывает в жизни. Давай, перепрыгивай, давай. Я говорю, берем ступеньки из темного дуба и вот сюда пиндюхаем, только главное не грохнуться во второй раз. Вот. Так. Ну. Подожди, пожалуйста, сейчас. Ты просто меня смущаешь. Тихо. Ну зато у тебя получилось, ты наконец-то запенюкала. Слушай, я весь экран оплевал, извините. Так, ну зато у тебя получилось. Еще со всех сторон 3 штуки такие остались. Так, а что дальше? Плитами застроить надо вот эту дырку и сюда одну чпункнуть. Ага, чпукай, давай, чпукай. Мне интересно, как ты будешь чпукать дальше ступеньки из темного дуба. У меня все получится. Давай. Я же сказала, у меня все получится. Вот сюда и сюда. Ну все, еще всего лишь 2 стороны остались. Ты не упадешь, Кать. Все хорошо. Конечно, я не упаду, я уже про. Я говорю, профессионалка я уже.
Этот Майнкрафт строительный сейчас. Да ты поставишь ровно уже наконец-то! Вот это вот сейчас будет последний раз, когда я ставлю. До свидания. Я не понимаю, что ты хочешь оставить. Это просто берется так и вот так. Все, забирайся обратно, Екатерина Строительная. Ну, посмотри, какая красота получилась. Просто огромная башня. А как тебе? Ну, то, что красиво, оно красиво. Я с этим даже не спорю. Офигенно получилось. Вот, и тем более у нас там маяк. Тут еще одна башня. Вот прям сочетается. Но... чего я не понимаю в сегодняшней серии, это то, что ты говорила, что мы будем строить библиотеку. Но что-то у тебя нифига библиотека не получилась, это башня какая-то. Где библиотека? Да ты меня уже задолбал со своей библиотекой. Продолжай, что ты говорила. Говорю, ты меня уже задолбал со своей библиотекой. Ну вот я говорю, пойдем лучше книжные полки поставим вовнутрь. Сейчас я украшу ее хотя бы. Так, вот так. Так, подожди, ну если это библиотека, значит здесь дофига сколько должно быть книг. Везде должны быть книги, там книги, сям книги. А это все книги, которые здесь будут, что ли? Слушай, я вообще не понимаю, с чего ты взял, что сегодня мы будем строить с тобой библиотеку. Ты пересмотри серию и скажи, вот хоть где я раз сказала слово библиотека. Но я не говорила этого, ну... В смысле? Мы в начале серии с тобой спорили! Ты построишь библиотеку, и тогда я тебе дам изумруды! Если ты библиотеку не построишь, я тебе изумруды не дам! Ты библиотеку не построила, что ты построила, скажи мне? У нас с тобой книги какие? Зачарованные! Значит, нам нужна башня зачарования! Иначе зачем тогда нам они? Это ж книги необычные! Вот для обычных книг нужна библиотека, а для зачарованных нужна башня зачарования! Поэтому я не знаю, с чего ты взял, что я буду строить библиотеку! Отойди! Подожди, нет, такого не может быть. Ты в начале серии сказала, что мы строим библиотеку. Ты сказала, библиотека. О, нет, подписчики даже тоже подтвердят. Не говорила я слово библиотека. Поэтому давай, изумрудики гони. Я построила все, что нужно было. Не, ну такого не может... подожди, а неужели она в течение всей серии... Что? Подожди, неужели она в течение всей серии ни разу не сказала слово библиотека? Да ты говорила библиотека. Или чё? Нет, не говорила. Мы самое главное-то забыли дверь поставить. Просто вот, теперь точно башня зачарования готова. Изумруды на бочку. Да, ну мы договаривались, ты построишь библиотеку, тогда я дам тебе изумруды. Ты построила башню зачарований. Это не библиотека, ты проспорила, Кать. Никаких изумрудов я тебе не дам. Я не говорила библиотека. Иди сюда. Изумруды гони, говорю быстро, иначе сейчас подорву тут все, всех мистеров криперов созову. Ладно, все, держи, все мои изумруды, и которые в сундуках, мои изумруды тоже их можешь забирать. Отлично, поэтому надо слушать ушками, а не другим местом, понял? Да, она точно говорила в течение этой серии хотя бы один раз слово библиотека. Или все же не говорила?